Так, привет, народ, как здоровье, как жизнь, это Альвинос, давно не было сборок каких-нибудь обзоров. Ну, как вот видите, новая сборка, ссылка будет в описании, я не являюсь экспертом, я просто показываю, что она существует. Вот, это сборка от создателей Advance of Ascensional, ну, вы знаете, что я люблю этот мод. Вот, она ничем особенно не при... Ну, такая, ничем таким нету тут чего-то серьезного. Это просто красивая сборка, которая, ну, примерно то, что я хотел бы сделать. Из этой сборки все моды подобраны как бы вспомогательные, немножко помогают, где-то немножко усложняют. Вот, когда создаете мир... У вас есть возможность, где это, Word, есть Terraformed и Default. Вот, довольно-таки, Terraformed довольно-таки красивый мир. Вот, вроде бы обещали сервер, но я его тут не вижу. На Discord сервер есть. Возможно, он закрылся или поменялся IP, я не знаю. Вот, ну что, давайте зайдем так, чуть-чуть покажу, объясню, ну, кому понравится, понравится, кому нет, тому нет. Так, и добро пожаловать в этот мир, как обещают создатели этой сборки. Вот видите, у меня 145 FPS. Этой сборке минимум надо 4 гигабайта памяти. 4 гигабайта памяти, именно отведенной под... данную сборку, желательно написано 8 или 10, насколько я помню. Вот, видите мои параметры, все, что у меня происходит. Сборка основана на 1.16.5. вот, если кому интересно, вот, пожалуйста, вам сид. Стартуйте сразу вот тут вот возле деревни. Но именно вот с этим Terraformed или как-то там. Вот, и если кому интересно, на всякий случай, чтобы ТП-шица по вот эти появилась. Вроде бы она появляется, только если вы выбираете при старте разрешить читы. Вот, тогда вы сможете эти ТП-шица по, ну, как бы по карте. Ну, многие знают, я этим грешу. Но для тех, кто, как бы, это не вариант, есть второй вариант, как бы, вот эти вайстоны. Вон, в сборке не особенно много чего-то такого есть, как видите, заметили уже, Tinker Construct есть, там, вот эти вайстоны, потом вайфу крафт, без понятия даже, что это такое, но это... маленькие помощники какие-то, ну, торчмастеры есть, Tinker Construct, я так понимаю, совместимый с Advance of Ascensional, да, потом, ну, это Tinker Construct идет у нас, очень большой мод, довольно-таки Superminarius, без понятия, что это, вот, ну, такие вот маленькие, красивенькие, дополнительные моды, Superminarius, без понятия, еда, естественно, дополнительные биомы, что еще тут я видел, Макла фурнитура, ну, это, наверное, для игры на сервере, я так понимаю, Автобиомес, вот, это мало кому пригодится, ну, и вот это вот, даже печка есть, Iron Furnace, как она тут делает, Furnace. Да, дополнительные печки, Iron Furnace, Item Filter какие-то, Iron Chest, где-то видел, по-моему, Framed Blocks, что это такое, не знаю. Вот, Fairy Light, без понятия, или что он нужен, красивый освещение. Извините, Drink Beer, а, ну это вот, судя по всему, да, вот то, что у меня есть на Rustic Waters, то, что у меня по идее не работает, это мы можем всякие слитки делать, которые нам дают бафы,
Ну, я так думаю. Вот, ну, естественно, Cooking of Black Sheep, эти вот всякие спальники. Enter Realm Stone. Добавление Vent есть. Ну, Tinkers еще, Lion Magnet, Advance of Ascensional. А, ну вот, совместимость с Tinkers Advance of Ascensional, это довольно-таки полезная вещь. Вот. Так, ну и по идее все, да, я так, ну, примерно вот, понятно. Потом у нас есть, как бы, квесты, которые, ну, это больше вики. Realms Tall or More, это больше, как бы, вас ведет по игре, заходим там, Advance of Ascensional вам дают, ну, неужто книга появилась? Ага, первый dish, edit, quest, getting starting. Ну да, кто знает английский, сможет тут почитать у всякое. Вот, наконец-то они, я так понимаю, это же Advance of Ascensional. Да, это Advance of Ascensional, добавили книгу, я так понимаю. Тир 1 дают монетку, тир... Crop of Animals, ну, такое вот мелкое, довольно-таки быстро это делается, да, но это неинтересно. Но это в основном это, как бы, вики для вас, что и как делать. И вот у вас есть тиры, Overworld, Nether, наверное, загромко было. Вот дополнительные моды. Storage, Building, Building One есть, Travels, Litra есть, Hot Air Balloon, Compass есть, ну и Tinker, да, судя по всему, это все что-то есть. И вот переходим первый, Overworld, что вам надо сделать? Да, это чисто накопать руды, сделать Smash Killer, первый босс, которого можно убить. The Nether, да, это второй босс, Венди это дракон, Терпе первый это Крипония, ну да, в принципе, Лилете, ну и вот вас отправляют по всем вот этим ва. Вот, Complectation, заставляют собрать, я так понимаю, всю броню в этом, ну да, есть чем заняться. Все эти оружия, сворд, ну, короче, чем заняться, что за это дают. Не, это не ревард. Ну да, это шанс пройти полностью всю, весь Advance of Ascensional благодаря вот этим вот, как его, модам. Также, чтобы вам не было скучно, тут... Здорово, гусеничка. Вот, чтобы не было скучно, у нас тут есть, как бы, эти Relike Dangerous, Dungeons. Так, где мой любимый Night Vision? Ух ты, это мне монеток столько дали. Прикольно. Так, и... Геймод спектрактор. Вот, ну, вы эти данжи знаете, вниз идете, там много этажей. То есть для начала можно будет тут зачистить этот данж. Что тут у нас под землей есть такого? Ну да, это вон, видите, сундуки эти закрытые. То есть скучать не придется. Я, конечно, этот мод не очень люблю, но я не сожалею, что они его сюда добавили. Также, если не ошибаюсь, где-то я тут вот. Телепорт. У них есть, как видите, переделанные построения. Ну, вот эти вот. Я их где-то видел. Ну, где, я не помню. То есть база вот этих вот чуваков, она переделана. У них вот тут вот красиво сделано, где он арестованный. Вот этот вот сидит.
Также где-то я тут видел, где это я видел? Тут, по-моему. Да, телепорт. Ай, это Relike Dangerous, да? Разные, да. Но это в основном они попадаются, что ли. Плюс я читал, что они добавили еще какой-то Dangerous, они много денджинов добавили. Попадаются очень часто тут всякие строения, такие, ну, они вроде бы не активные, но оживляют атмосферу. Где-то я видел его, ну, блин, где он? Или вот это? Телепорт. Ага, вот она, штука эта. Во. Как видите, во. Можно. Ага, ну вот тут всякого лежит, так все добраться сложновато. Вот, у вас можно отсюда забрать телепорт. То есть не обязательно тут по карте телепортироваться. Вот такие вот строения есть, всякие маленькие строения. Ну, в общем, мир генерируется вот так вот красиво. Сид я показал. Больше как бы тут ничего объяснять нельзя. Ну, нету чего объяснять. Возможно, я бы поиграл в такую версию, но мне не нравится, что на 16. Мне больше 12-я версия нравится, потому что она как бы. Хоть мне и пишут, что там убрано все лишнее, но я как-то мне вот это больше по душе 12-я версия, чем вот это. Вот. Ну, в общем, чтобы не говорили, что я тут зря летаю, там что-то показываю, не объясняю. Смысл сборки. Научить вас играть Advance of Ascensional на последней версии, играбельной. Вот, с маленькими дополнениями, которые быстрее всего я бы и добавил. Я в своем прохождении, где я играл, хотел добавить Тинкер. Но поскольку Shadow, это, который меня надоумило играть, забайтила, так сказать, девушка, она попросила, что только не Тинкер. Поэтому ей было мной добавлено что-то другое. Но по мне, в Advance of Ascensional Tinker самый подходящий мод. Вот. Так что, если вам понравилось, можете играть. Ссылка будет в описании. Для тех, кто, чтобы не писали мне, как ее поставить, по ссылке идете и находите курс Forge. Ссылку. Идете по ссылке, находите курс Forge. Там есть лаунчер. Качайте лаунчер. Специальная программа, которая вам запустит, ну, лаунчер, в котором вы можете найти данную сборку. Эту сборку лаунчер скачает, поставит, настроит. Вы в нем запускаетесь и играете. Естественно, для этого надо лицензия Майнкрафта. Вот. Если у вас нету лицензии, то обращайтесь к кому-нибудь в интернете, не ко мне. Вас научат, как это все сделать. Ну и у меня где-то там было, поищите, если уж лень где-то лазить, где-то у меня было на канале, когда-то я показывал, как это сделать. Вот. Так что всем приятной игры, кто любит такие сборочки. И пока. Увидимся в следующих сериях других сборок. Хороших выходных.